Давайте говорите, кто вы, что и как, называйтесь. Вот. Город Петрозаводск, Роман Александров. Понятно. Вот. Я есть на видео у Сергея Козлова, там два. Ревность по православию и загадки православия. По-моему, им полгода уже где-то. Вот. А у вас я книги выписывал год назад. Понятно, я помню. А вот он вчера умер, только Сергей. Вот я и звоню по этому поводу. Я просто хочу вас совета спросить. У меня сейчас решается вопрос, поеду я туда или не поеду. Если я еду, то я могу там оказаться где-то завтра в 2:30 дня. Так, вот. Я сразу спрошу, вы не против, что мы все записываем, выставляем в интернет? Не против. Не против. Так я про это и говорил, чтобы Господь кого-то нашел, послать, чтобы все заснять, с аппаратурой поехать, с видео. Ага. И похороны, все как следует сделать. Все снимать, абсолютно все. Просто по времени, видите, получится, что это 2:30 дня, а уже в 11 завтра уже все вот начинается. То есть я, конечно, возьму с собой фотоаппарат. Так вот, надо было сегодня-то уже и выехать. Ну, видите, я все поздно узнал, и вот только сейчас вот... Вы не успеете. Вот. Далековато от вас. Угу. Ну, мне вот еще должны с Москвы позвонить. Видите, я не понимаю, как вот... Что-то замыкает, посмотрите. Замыкает что-то сильно. Замыкает, плохо слышно. Посмотрите, что там, у вас как-то все застывшее. Так. Ну, у меня вроде нормально записывает. Да, у вас хорошо все слышно. Совсем не... Какие-то отрывки идут, а голоса-то настоящего нету. Ага. Ну ладно, так. Говорите так, поближе к микрофону или как. Ага. А кто у вас в Москве? Ничего не слышно. Что-то с речью случилось у вас. Посмотрите еще. Ни одного слова непонятно. Просто булькает звук и все. Вот неприятно. Давайте я вам тогда с другого компьютера сейчас перезвоню. Вот сейчас пошло, разговор пошел. Вот сейчас. Посмотрите, какое расстояние у вас. Может, то ли поближе, или подальше. Поймайте этот момент. Угу. Говорите, я скажу. Вот так. Так. Хорошо, говорите, я слушаю. Да, у меня вот Виктор из Москвы есть. Вот он с Сергеем общался тоже. Нет, подождите, ничего не слышу. Прямо вот это что ж такое-то? Ну, это моя вина. Давайте я попробую на другом компьютере что-то решить. Ну, давайте. Где он у вас компьютер-то? А он здесь, у соседнего. Моей жены. Ну, попробуйте. У меня записи, кто бы ни пришел, запись хорошая. Это у меня. Это у меня здесь, я уверен. Давайте попытаюсь еще раз. Ну, вот говорите, как будто опять слышно. О, нет, ничего не слышно. Нету, все ушло. Все, сейчас перезвоню. Ну давайте, переключитесь там. Да, сейчас. До свидания.